Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. У кого-то в аэропорту в багаже были крабы, которые вырвались на свободу и разбежались вокруг. Что может быть веселее, чем кататься со своей собакой на скейтборде? Вот набор трюков с фингербордом, который может сделать профи. Этот парень нашел себе в Египте расслабляющий солевой бассейн. Этот парень разработал задник для баскетбола так, чтобы невозможно было не забить. Ау! Что ты делаешь? Как думаете, что эта ящерица пытается сделать? Один из путешественников сделает невероятные кадры на горе в Италии. Этот котенок очень хочет спать и поэтому еле держится на ногах. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось это видео и вы поставите под ним лайк. А перевел и озвучил виски. Ага.